Вітаємо вас, друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю великої багатонаціональної родини Миколаївщини. Сьогоднішня наша зустріч, вона святкова. Справа в тім, що минулої п'ятниці на святкування 20-річчя від дня свого створення всіх земляків запросили представники Тернівського болгарського товариства імені Вазова. Сьогодні в нашій студії також представники цього товариства. І з великим задоволенням до вашої уваги хочу представити заступника голови Юрія Мавродія. Також у нас у гостях Анна Микритичан, студентка Чорноморського державного університету імені Петра Могили, а також директор болгарської недільної школи Ольга Колот. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю зі святом. 20 років – це величезний термін. І якщо ми говоримо про роботу суспільну, громадську, це вдвічі, знаєте, так можна підкреслити, тому що багато за цим стоїть. І для того, щоб розпочати нашу зустріч, я хочу все ж таки запросити і вас, і наших глядачів туди. Знаєте, в епіцентр свята. Як це відбувалося? Давайте подивимося. Громадську організацію «Тернівське болгарське товариство імені Івана Вазова» створено в жовтні 1995 року в Тернівці. Це історичне поселення болгар у великому мікрорайоні Миколаєва, яке було засновано ще в 1792 році. На свято завітали почесні гості, представники обласної і міської влади, посольства Болгарії. Поздравить всіх вас с этим юбилеем, именно из-за того, что здесь сохранилось это болгарское сердце. Мы, болгары, действительно стойкие, некоторые говорят упрямые, может быть. Но это прекрасно, потому что в конце концов это нас сохранило как народ, это нас сохранило как нацию. Офіційно своє товариство тернівські болгари створили 20 років тому. З 2013 року його очолює Олександр Атанасов. Общество возникло даже раньше, чем 20 лет. Вот. Но как бы оформляли уже его, ну, официально, это 20 лет назад. Ну, собрались энтузиасты своего, как бы сказать, дела. Товариство спрямувало свої зусилля на відродження болгарської мови та культури в Тернівці і Миколаєві, проведення наукових досліджень у галузі болгаристики. Наша діаспора дуже велика в Миколаєві, це більше 6 тисяч. І хочу сказати, що ми завжди вели дуже активну діяльність по відродженню болгарського язика і культури. Обществом проводиться дуже багато мероприятий. Більше всього підтримується це видання книг по болгаристиці, по історії Болгарії. Болгарська громада бере активну участь в культурно-просвітницькому житті Миколаєва. У 2013 році при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили було відкрито Центр болгарської мови та культури. На курсах у ньому навчаються усі бажаючі студенти, які мають можливість поглибити свої знання на практиці. Мотивация совершенно конкретная. Кто изучает и показывает успехи в изучении болгарского языка, едет в Болгарию. И в Болгарии, конечно же, нужно общаться на болгарском языке. То есть это такой огромный бонус, за который они сражаются. Товариство підтримує зв'язки з болгарськими громадами різних країн. У день відзначення ювілейної дати в залі панувала святкова атмосфера. Лунали привітання і теплі побажання подальшого розвитку. Свої виступи підготували хореографічні і вокальні колективи. Ну, честит рожденден на нашето дружество, искам да кажа, че това е най-хубаво, което може да стане с човека, а с общество най-повече. Як насправді добре, коли люди об'єднуються і об'єднує їх величезна дата – 20 років. Якщо говорити по міркам людини, то це вже доросла людина, це особистість. Як ви вважаєте, що вам дозволило 20 років продержатися на плаву і достичь определених результатів, удержать те, що було зроблено в початку, і розвивати направлення в різних жанрах? Это все благодаря небезразличным людям. Людям, которые всегда в душе себя считали болгарами. И у нас очень много семей в Терновке, которые коренные болгары, и родители, отец и мать
являются болгарами. Есть смешанные у нас семьи, и как бы это все, опять подчеркиваю, не без различий. В то время, когда это все зарождалось, был коллектив, ну, я сейчас в двух словах, кто это, Станко Владимир Никифорович, это Атанасов Александр Степанович, это ихние друзья, близкие очень, которые поддержали их, и вот получилось, основали это общество. Потом присоединилась молодежь уже, да? Да, потом, а мы вынуждены были присоединиться, потому что, как бы, они для нас авторитет были, и это интересно. Это интересно, я согласна. Это мало того, что интересно, это очень полезно. Потому что, посмотрите, вот на сцене дети, в зале люди разных поколений, разных национальностей, разных культур, разных сфер. Тут и образование, тут и культура вот такого широкого направления, тут и фольклорные коллективы. Это очень хорошо. Ольга, как вы считаете, вот та цель, которая была тогда, вот 20 лет тому и сегодня, насколько меняются критерии, насколько меняется направление, потому что время дает, накладывает свой отпечаток. Ну, хотя, честно говоря, что как в начале, как, когда создавалось общество, вот как сказал Юрий Степанович, дело в том, что Станко Владимир Никифорович, он профессор, то есть человек ученый, и самое главное, на что он делал ставки, это было, естественно, наука и культура. Ну, то есть нужно изучать с глубин, да. Писались книги, это были конференции, это были различные семинары, то есть то, что касалось болгаристики и истории культуры. И, конечно же, мы дальше подхватили, я не изначально, вот Юрий Степанович изначально, я чуть-чуть позже, ну, гораздо позже подключилась к обществу, мы стали развивать дальше. Просто сейчас время берет свое, и, естественно, нужны какие-то новые виды деятельности, новые какие-то нужны формы, да, потому что время не стоит на месте, и мы вместе с ним тоже идем вперед. Сейчас молодежь, она более развита, сейчас есть интернет, и, конечно же, нужно развиваться, нужно более общаться, более, больше общаться, и в том числе с нашей исторической родиной. Слава Богу, мы можем это себе позволить сейчас, во-первых, потому что у нас существует очень много договоров с вузами Болгарии, с различными организациями Болгарии, они нас приглашают, и мы с удовольствием туда ездим, то есть мы можем спокойно общаться. Но, тем не менее, вот последнее наше детище, это было открытие Центра демократических инициатив, благодаря Николаевскому раде, совету городскому, и сейчас мы хотим на базе этого центра попробовать более такие формы, как интерактивное общение между нашими студентами и студентами не только Болгарии, но и других стран. Центр демократических инициатив, какую цель вы преследуете? И это все-таки молодежь в основном, или опять-таки это вот такое вот созвучие поколений? Ну, это в основном люди науки и молодежь, потому что больше они, больше им потребности больше в этом, потому что пока что у нас направление именно научное, то есть общаться между собой, какие-то конференции, куда не могут поехать ни, в основном не молодые научные работники, не студенты, а так мы сможем общаться больше. Исследовательская работа. Да, исследовательская больше. Да. Анечка, что вас привело в общество, как получилось, что вы вот сегодня представляете Общество болгарской культуры? Ну, я студентка Черноморского государственного университета имени Петра Могилы, и на моем факультете, там, где на моей специальности украинская филология, мы нашим вторым языком стал болгарский язык. И мы со студентами учили его, учили культуру Болгарии, учили историю Болгарии, учили грамматику, ну, все-все-все, то есть разговорный жанр. И нам посчастливилась побывать в Болгарии и увидеть своими глазами эту красоту, как она нас впечатлила, эту культуру, патриотизм болгар. То есть, ну, я рада, что такой вот шанс попал, и мы выучили этот болгарский язык. Событие в жизни, да, такое яркое. То есть сегодня вы, в принципе, можете преподавать болгарский язык, или это просто как факультативное изучение для общего развития? Это просто как факультативное, да. Угу. Преподавать мы можем украинский и английский языки. Понятно. Да.
Хорошо. Ань, а вот первое впечатление, когда вы столкнулись с этой культурой, вот как это было? Почему заинтересовало? Почему? Вот вы говорите, глаза горят. Угу. Интересно. То есть не потому, что руководитель сказал, и, собственно говоря, как один из вариантов, поехать в другую страну и посмотреть. Это тоже интересно. Но, тем не менее, когда оно изнутри, вот желание есть, это видно. Да. Начнем с того, что я армянка. И горы, и все, вся эта культура, это мне близко по духу, и я столкнулась с этим в Болгарии, я поняла, что мне это очень интересно, и то, что я выучила болгарский язык, да, это, то есть это саморазвитие на самом деле. Сложно было выучить? Нет, не сложно. Чистого листа? Не сложно, так как, ну, он похож на русский язык. И буквы русские, не латиница, ну, то есть, ну, не сложно было. Если начинать все-таки изучение языка, вот на что надо все-таки ставить? На грамматику, на языковую практику, потому что в среду попадаешь, собственно говоря, и раз, и оно вот на уровне слуха как-то уже воспроизводится. Скорее на грамматику, наверное, потому что слова, то есть роды, числа, видминки. Все это надо правильно, да? Надо правильно, да, сочетать и согласовывать, чтобы правильно разговаривать. Ну вот, видите, как очень важно, что есть желание познавать другую культуру, обмениваться какими-то уже наработками. И очень-очень классно, что это мы слышим с уст все-таки представителей молодого поколения. Юрий, вот сейчас в обществе идет сочетание опыта и уже новых наработок. В принципе, вот как вы считаете, за 20 лет, что самое главное сделано было, что действительно как визитная карточка стала общество, или то, чем сегодня можно гордиться, как заслугами? Ну, я считаю, самая большая заслуга общества – это помощь детям. Это было во главе, после истории Терновки, это была основной вид деятельности. Завозились в школу книжки, организовывалось преподавание болгарского языка. Вы имеете в виду воскресную школу? У нас еще в Терновке преподавали факультативно. Угу. На базе общеобразовательной школы, да? Да, да. Это 16-я школа. Да. Да. И сейчас это подхватила Ольга Дмитриевна успешно. И мы являемся ее помощниками. Да, мы ни в чем, как бы, тем, чем сможем, мы помогаем, и она пусть будет уверена, что мы ее не оставим одну. Это важно, это мужчина сказал. Я думаю, что Ольга Дмитриевна, я думаю, что будет продолжение, потому что это мудро, ставить на будущее поколение, развивать их. Но, тем не менее, это должно быть грамотно все-таки и организовано. Ольга, вы сегодня возглавляете это направление. На что, прежде всего, вы обращаете внимание для того, чтобы преподнести культуру вот в истинном понимании этого слова, чтобы это была не диалектная форма, чтобы дети понимали суть, знаете, самые главные основы национального какого-то. Ну, естественно, конечно. У нас же воскресная школа, это она при поддержке Министерства образования Болгарии. Mm-hmm. То есть у нас мы не имеем права брать непрофессионалов на работу или чтобы каким-то образом как-то дилетантства у нас нет, потому что у нас все специалисты своего дела. То есть у нас читается география, читается человеком с географическим образованием. Это на болгарском языке все на идет. Болгарском языке. Насколько возможно. Если чуть-чуть меньше дети, то пытаются и то совмещать. То есть основные какие-то термины даются, естественно, на болгарском, но так объясняется им на украинском. А с какого класса начинается? Ну, у нас с маленьких вообще. У нас в этом году вообще открылось при церкви, при нашей Успения Богородицы, с благословения отца Валерия, у нас открылся подготовительный класс. То есть совсем маленькие могут. Ну, классный. Это понятно, что это только совсем азы. Потом первый класс при 16-й школе с 1 по 9 класс и подготовительные курсы для поступления в Болгарию уже при Черноморском университете. Mm-hmm. Читают, у нас читает Гамза Владимир Ильич, читает историю, он доцент, то есть кандидат исторических наук. Это адаптированная программа? Да, это адаптированная программа. Это программы все берутся из Министерства образования Болгарии. То есть мы очень четко за этим следим, это правда очень важно. Конечно. Потому что мы не можем рассказывать им что-то не так, как оно есть на самом деле. Ту же историю нам нужно читать конкретно, это болгарская история, так как она дается в Болгарии, а не так, как мы ее со своей стороны видим.
Поэтому мы на это очень сильно делаем большой акцент. Да, точно так же, как я преподаю болгарский язык в университете, мы должны обращать внимание на программы министерские, правильно? Ну, то есть мы не имеем права отступать от этого. И у нас это очень хорошо получается. Какую вы цель видите дальше? Вот преследуете? На что вы, какие горизонты открываете вы для этих детей? Возможность вот изучения болгарского? Для этнических болгар есть возможность поступления дальше в Болгарию. Поступление бесплатно, опять же, благодаря Министерству образования. Они поддерживают наших детей. То есть это и на первый курс, это и магистратура, и докторантура, и так далее. То есть развитие всестороннее и всевозможная поддержка. Да, да. На этот счет это очень здорово, поэтому в качестве рекламы, если кто не знает еще из этнических болгар, имеет какие-то корни болгарские, приходите, у вас есть большая дорога в будущее. Уже это нарабатывается это вот сейчас уже, или это уже в действии? Это уже в действии, это уже давно работает. Просто, к сожалению, не все знают, конечно. Потому что даже я училась по этой программе уже. То есть я поступала уже... Много лет назад поступала именно по этой программе, но она была немножко меньше. А сейчас они все больше и больше открывают горизонты для наших детей, да, которые имеют болгарские корни. Например, наши дети едут туда. Что там предлагается? И есть ли возможность вернуться назад уже с этим дипломом, например, работать здесь, в Украине? Конечно, конечно, есть возможность, но смотря, естественно, по какой специальности. Mm-hmm. Если это юридическое, то здесь нужно будет немного переучиваться. Ну а так, в основном это очень хорошее образование европейское, которое везде принимается, во всей Европе и не только. Ну, то есть это очень хорошие такие моменты, мотивация детей. Да. Мотивация и расширение горизонтов. Представьте себе, что здесь и сейчас вот нарабатывается база, которая даст тебе, собственно говоря, дорогу в будущее, и профессиональное, и культурное, для развития каких-то своих внутренних, знаете, как, возможно, желаний, реализация желаний, мечт, фантазий, потому что надо расти, и мысленно в том числе. Анечка, когда вот в Болгарии вы были, на что обратили внимание при общении с сверстниками? Чем живет болгарская молодежь? Ведь это же тоже интересно. На самом деле я обратила внимание на патриотизм. Болгар? Да. Они уважают свой язык, свою культуру, свою историю. Они уважают свой народ, страну. Я обратила внимание именно на диалект. То есть они разговаривали на болгарском языке. Если у нас мы украинцы разговариваем на тільки українською мовою і російською, так, они разговаривали на болгарском языке чисто. Это было очень интересно, на самом деле, для нас, для студентов. А где непосредственно вы были? Мы были в университете. В Софии вы были? В Софии, да. Также музеи разные, экскурсии были, проводили для нас. А вот просто в семьи заезжали, в семьи? Вот, к сожалению, нет. То есть форма именно такого форма образовательного. Такого, да. Ну, это было для нас открытием, очень интересно было. Угу. Вот. Когда вот вы общаетесь, общение идет на болгарском языке? Ну, для нас, для студентов, на самом деле не сложнее на болгарском чисто разговаривать, так как мы только учим, и когда мы поехали в Болгарию, да, мы только начали учить болгарский язык, вот, и в совершенстве мы не владели им, но пытались разговаривать, и тем более, что мы общались с болгарами, да, и легче воспринимался язык, и понимали более-менее. Вот. Ну, старались разговаривать на болгарском. Когда, например, вот такие вот моменты непонимания, вы на русский переходили или все-таки английский срабатывал? Это тоже сейчас современное веяние. Молодежь больше... Английский язык тоже. Да, потому что он тоже на языке у нас, так скажем. Конечно. Мы его... Ну, это второй язык наш. Там дело в том, что молодежь сейчас русский язык практически не знает, но не учит английский. Конечно же. Да, Болгария того периода. Старшее поколение они русский знали, сейчас молодое поколение английский, да. Поэтому им проще, да. Ясно. Что сегодня? Вот какая цель следующая? Болгарию, как бы культуру уже узнали. Что еще хотелось бы? Еще развиваться в этой сфере. Я еще пою песни на болгарском языке. Тоже усовершенствовать хочу этот язык. Мне он очень нравится. Нравится культура, нравится страна. В общем-то, я люблю как-то ставить перед собой цели и достигать ее. Поэтому, ну, болгарский язык это, ну, вообще люблю языки, на самом деле, иностранные, и все новое узнавать.
ну, как бы это интересно. Это классно, правда. Это классно, чем больше знаешь, и языков в том числе, не будем мы абсолютно делать акценты, чем больше, тем лучше. И важно, чтобы действительно это был литературный язык, чтобы это грамотное было общение, чтобы это было уровневое общение, правда? Да. И чем шире познание языковое, это тем больше, еще больше человек становится человеком, личностью. Ну что ж, много, конечно, сделано. Что сейчас, над чем думаете? 20-летняя страница перелистнулась, и пишется уже 21-й год. Что бы хотелось еще? Потому что много делаете, много поднимаете молодежь. Это значит, будущее уже, собственно говоря, формируется сегодня. Но, тем не менее, какую цель преследуете? Первое, что вот хотелось бы, как и пожелание, чтобы собрать как можно больше вокруг всего этого движения людей. То есть у нас уже есть костяк, есть уже люди, которые хотят этим заниматься. Горят, да? Да, горят. И в том числе и молодежь, и ну, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю новых людей к нам в общество. На самом деле у нас этот костяк очень-очень серьезный, потому что как бы без помощи таких людей уже, которые состоялись и знают, что они могут и могут, слава Богу, помочь, это очень важно. Ну, меценатами являются сам костяк, являются этими же меценатами, да, слава Богу, что я же говорю, люди такие состоявшиеся уже в этой жизни и могут что-то дальше достигать. Они могут помогать молодежи, это очень важно. И проектов у нас очень много на самом деле. Это в 2017 году у нас будет юбилей Южнославянскому пансиону. То есть, ну, останавливаться на достигнутом мы не можем. И не то, что не можем, не хотим. Потому что идей много. Ценность у нас – это язык и культура, которую мы будем дальше и дальше развивать. И неважно, там, будут нам помогать кто-то или нет, мы будем все равно так же продолжать. Правда, Ярослава? Это оно и будет. Будем надеяться, что будет помощь. Мало того, вы выходите на новые горизонты. Представитель посольства у вас на празднике. Управление культуры поддерживает. Я думаю, что будет обязательно продолжение. Тем более, что болгарское общество – это активный участник различных мероприятий областного масштаба. И вот сегодня я бы хотела тоже этот момент как бы как заключительный. Как вы считаете, вот сегодня каждое общество какую лепту должно внести для того, чтобы удержать мир на юге Украины? Потому что сегодня тема дружбы народов, она, это тема вечная, но сегодня она как-то особо остро звучит. И то, что вы как люди, вот вы украинцы, тем не менее вы поддержите свои корни, вы знаете, как это делать, и вы сегодня, мы представители разных национальностей, однако мы понимаем друг друга. Как считаете, вот самое главное условие мира современной Украины? Наша обязанность сейчас нести добро детям. А дети – это наше будущее, это все поколения всегда знали. И если наши дети осознают, откуда они, кто их не прародители, то в нашем обществе будет больше добра и будет проще жить. Правильное воспитание, да? Да. Конечно, мне кажется, что именно в семьях, которые есть вот национальность, а я думаю, что у нас на Украине у всех есть в семье кто-то другой национальности, да, и если в каждой семье будет воспитываться эта любовь и уважение к другой национальности, то у нас не должно быть каких-то проблем на юге Украины. У нас очень многонациональный город, край. Область, да, край, и мы не можем относиться по-другому, потому что в каждой семье у нас есть кто-то другой национальности. Не должно даже стоять вопрос о том, что вот как-то относиться хуже или лучше к той или другой национальности. Потому что мы все одинаковые, равны, мы здесь, на Украине родились, мы живем здесь. Ну как можно по-другому? Мы люди. Мы люди, и все мы люди. Главное, да. Допустим, там мы, у нас есть прародина Болгария, у кого-то есть прародина Армении и так далее. Ну, Грузия. То есть мы уважаем Грузию. Да, Грузия? Интересно. Тем более. Ну, Анечка, давай, на молодежи мы сегодня поставим большой знак оклику. Какое условие мира? Я думаю, что нужно развиваться. И мотивация должна быть обязательно. И ну, не нужно останавливаться на достигнутом. Нужно идти дальше, становиться все лучше и лучше. И все будет хорошо. Для себя, для родителей. То есть, чтобы родители гордились, чтобы семья гордилась. И ты сам собой гордился.
Это правда. И это важно, что развитие дает вот это личностное становление. Ты не зашориваешься в каких-то рамках. Ты начинаешь видеть в жизнь шире и понимать основные вот ценности морали, ценности культуры. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Я хочу поздравить еще раз с праздником, потому что 20-летие действительно это дата, это веха в истории развития культурного общества. И я очень хотела бы, чтобы, Ольга, нашим зрителям вы еще раз пожелали то, что пожелали в сюжете, но переведите, пожалуйста. Да. Значит, всичко найхубаво, желаю кисмет, берекет. Лекден на всичке. Я желаю всего самого хорошего, желаю удачи, успехов и всего самого лучшего для всех. Спасибо большое. Мы то же самое и многократно желаем это все и вам. Спасибо. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, дякую всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, добра і злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі надалі.